Ребят, ну ведь можно было бы и в сентябре свадьбу устроить. Почему в ноябре? Слава богу, еще снега нет. Добрый вечер, эй, полегче, пусть он длится бесконечно. Нам сегодня было хорошо. Этот праздник не подвел, я почти уже ушел. И тут она выходит на танцпол. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Знаете, с Дашей они так долго вместе, и даже вот другой пары для него, я даже не представляю. Они до такой степени уже вживись друг в друга. Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, но почему? Закружилась вокруг одна репетия. Ничего уже не помню, извините. Никому не голос. Вы что творите? Зацепила меня, ослепила меня. До порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня. До порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. А вы бы не могли отойти немножечко? Я не умею. Просто отпусти руки. Уже 20 минут как замужем. Ваши ощущения? Ой, сейчас где кольцо? Честно? Ощущения? Да. Ну, пойдем. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, кто сегодня самая красивая? Hello, darkness, my old friend. Конечно же, Даша. Что, так не уверена? Вы знаете, вот говорят же, вот я с мужем живу 30 лет, да? Вы знаете, мы даже похожи стали друг на друга. Вот нам говорят, что мы похожи друг на друга. И у меня такое чувство, что Даша с Сашей уже похожи друг на друга, хотя они уже дружат 9 лет всего. Теперь это запомнится очень, наверное, всю жизнь запомнится этот день. И помните этот день, когда вы... А? Да, поженились вы. Обменялись кольцами. У нас видео все записано. 10 тысяч рублей, раз. 10 тысяч рублей, два. Что музыка это не ваша. Понимание во всем. Не надо денег, не надо достатка, ничего этого не надо, если не будет взаимопонимания.